Кукурузник возвращается. Региональные авиалинии будут обслуживать турбовинтовые самолеты. Так называют модернизированный вариант знаменитого кукурузника. Сегодня в Новосибирск приехал помощник президента Игорь Левитин. Он одним из первых увидел новые суда. Легендарного кукурузника Сибирский научно-исследовательский институт авиации получил грант на модернизацию Ан-2. Нашим предприятием проведена модернизация самолета Ан-2, старого доброго, заключающегося в замене поршневого двигателя Ш-62 на газотурбинный двигатель ТПЕ-331 и замены винта. Самолет стал лучше, тише, надежнее, стал работать на керосине. На сегодняшний день модернизировали 20 самолетов, установили турбовинтовые двигатели и пятилопастные винты. Также ведут работы над созданием композитного крыла, который был разработан и изготовлен в институте в прошлом году. Таким образом, обновленному Ан не будет равных. Самолет можно будет эксплуатировать практически в любых условиях. Технически все понятно, но надо выйти на юридическую. На базе Ан-2 будет создан легкий многоцелевой самолет для региональных воздушных линий. Впервые эту модификацию представят на Международном авиационно-космическом салоне в Москве в августе этого года. Ксения Бородкина, Борис Гладких, новости ОТС.